Хей, всем привет! Как вы уже догадались, мы с вами поговорим про аминокислоту глицин. И стоит ли ее давать шушкам? И вообще, зачем она им нужна? Теперь немного о самом глицине. Глицин или аминоуксусная кислота, или аминоэтановая кислота. Глицин входит в состав многих белков и биологически активных соединений. Из глицина в живых клетках синтезируются порфирины и пуриновые основания. Глицин является регулятором обмена веществ, нормализирует и активизирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность. Глицин оказывает успокаивающее, слабое противотревожное и антидепрессивное действие, немного понижает кровяное давление, оказывает слабовыраженное, седативное и транквилизирующее действие. Обладает некоторыми ноотропными свойствами, улучшает память и ассоциативные процессы, а также повышает сопротивляемость к стрессам. Кроме того, используется как одно из средств комплексной терапии таких заболеваний, как инсульт, черепно-мозговые травмы, отравление веществами, угнетающими центральную нервную систему. И, кстати, глицин содержится в значительных количествах в таком препарате, как церебролизин. Как мы с вами видим, глицин просто необходим шиншиллам с их уязвимой нервной системой, особенно при выгрызании, как для профилактики, так и в комплексном его лечении. Каким бы страшным и серьезным ни казался этот препарат, на самом деле он оказывает очень мягкое и щадящее действие на организм. И все эти эффекты, которые я перечислила ранее, достигаются им очень мягко. А теперь, как же его давать шиншиллам? Я подготовила таблетки глицина, купила их в аптеке. Вот так он продается у нас. Разламываю таблетку, ломаются они легко, на 2 или 4 части, и можно давать шушам. Но далеко не все хотят есть глицин так, в виде кусочка таблетки, могут пожевать и выплюнуть. Надежнее всего давать с фруктами. Вот, например, у меня сушеные яблочки и киви. Беру кусочек и заворачиваю в него. Теперь можно давать пушистым привередам. Давать один раз в день, максимум пол таблетки. Более подробно о том, как давать, в описании. Края можно придавить, чтобы не развалился, так сказать, конвертик. Все. Вот так они у меня едят глицин. А на этом все. Всем пока-пока.